Кандидатов в Барнаульскую городскую думу определят через несколько дней. 14 июля пройдет конференция местного отделения партии «Единая Россия». Сейчас идут опросы населения, встречи с победителями предварительного голосования. Очередное собрание первичных организаций прошло в поселке Южный. В нем участвовали жители Сибирской долины и Бельмесева. Александр Ельников, победитель предварительного голосования, рассказал, как улучшить качество жизни пригорода. В частности, он остановился на теме развития спортивного направления и укрепления его материально-технической базы спортивных сооружений. Укрепление материально-технической базы, оно позволяет развивать новые направления. У нас, в частности, вот на Рубине лежит проект строительства нового спортивного зала на 3000 квадратных метров. При реализации этого проекта у нас, конечно, открываются новые горизонты по привлечению людей к занятию физкультурой и спортом. Предстоящая конференция станет для партии официальным стартом выборов депутатов в городскую думу. На ней сформируют программу партии. Наши будущие кандидаты имели возможность изучить мнение избирателей, встретиться со многими из них. И вот сегодня на таких собраниях уже до своих однопартийцев донести те составные части нашей общей программы, которая будет 14 июля приниматься на партийной конференции.